«Осенний выброс» – сталкерская квестовая ролевая игра, по сюжету которой немногие оставшиеся в живых после ядерного взрыва продолжают бороться за свои жизни. Как военные корреспонденты, мы получили задание проникнуть в 8 различных группировок, находящихся в периметре, чтобы узнать все, что здесь происходит. На выполнение миссии у нас есть всего сутки, и чтобы успеть, мы разошлись по разным путям.